Лепестки голубых цветочков в этом букете вышиваются швом рококо. 14 навивов. И посмотрите, я специально вам выложила две иголки, которыми вышивается этот цветок. Вот шов рококо, он выполняется на вот такой иголке. Достаточно длинной для того, чтобы можно было сделать на ней много навивов. И она одинаковая, видите, по всей длине, по толщине. То есть и на ушке, и в середине иголки. Для чего? Очень важно, чтобы вот здесь, в этом месте, у вас не было утолщения иголки, потому что здесь вот вы более узком будете навивать, а потом проходить широким этим ушком. Это очень сложно. Поэтому все наборные техники выполняются вот на такой иголке. Она называется игла модистки или штопольная игла. Она тоже бывает разных размеров. Это зависит от толщины самой иголки. Ну, а в центре этого цветочка, вы видите, французские узелки. Их можно выполнить на обычной игле для ручного шитья. Она тоже по своей конструкции напоминает штопольную иголку или иглу модистки, но только меньшего размера. Потому что во французских узелках, ну сколько там, 1, 2, 3 навива всего лишь. Вот такие короткие замечания по выполнению этого цветка. Дальше смотрите видео. Thank you.